Август 1945 года. Волны бьются о борта кораблей, бравые моряки готовятся к решающим десантным операциям. Картина оживает на страницах брошюры, которую на днях презентовали в музейно-мемориальном комплексе «Победа». Ее автор Юлия Валерьевна Другова годами изучала, как гражданские суда Дальнего Востока перевозили войска и технику в военное время. Свои исследования она отразила в сборнике из серии «Ратная слава Сахалина и Курильских островов». В брошюре излагаются данные о высадке десантов на Южном Сахалине и Курильских островах в августе 1945 года. Брошюра написана на основе архивных документов. Это документы Министерства обороны, Центрального военно-морского архива и Государственного архива Приморского края. То есть вся информация из документов была сопоставлена с ранее публикующейся информацией, собрана воедино, и таким образом была восстановлена хронология. Всего было распечатано 500 экземпляров брошюры. Теперь она служит и историческим сборником для островитян, и дополнением к экспозициям. О морских десантах у нас освещается в экспозициях не так развернуто, как в брошюре. Это, конечно, широкий круг читателей. Брошюра имеет краеведческую направленность, потому что она рассказывает о нашем островном регионе. И брошюра рассчитана, наверное, на тех, кто интересуется историей Сахалина и Курильских островов. Кстати, рыболовецкие корабли также участвовали в десантных операциях. Эту тему Юлия Валерьевна сейчас исследует. Она погружается в прошлое судов «Кораболов-3» и «Кораболов-4». Они принадлежали «Восток-Рыб-Холодфлоту». Какие тайны хранят эти морские труженики? Что пережили их экипажи? Скоро мы узнаем все подробности этой невероятной истории.